Добрый день, дорогие друзья! Давненько я не показывала панораму моего города с вот таким серым небом. Вот такое у нас новогоднее или предновогоднее настроение. Серое, плаксивое, потому что обещает дождь. Вот, снег полежал недельку, мороз постоял недельку, и все, и на этом все закончилось. Сегодня у нас плюс 8. Обычно перед Новым годом у нас всегда так бывает. Очень-очень редко, я даже не помню, если бы меня спросили, когда было последний раз, что у вас на Новый год было холодно, я такого не помню. Обычно бывает такое, что накануне дождь и небольшой потом мороз и гололед такой страшный. Было такое, я и такое помню. Ну, чтобы вот настоящая зима на Новый год была, нет, что-то в памяти моей не всплывает. Что-то автобусы какие-то там белые, вроде как не рейсовые. Вот, а я сегодня что-то не айс у меня настроение, в том смысле, что не то, что оно у меня плохое, но какое-то нерабочее, такое шаткое валкое. Я за что не берусь, у меня что-то ничего не получается. В общем, не знаю, то за носочек взялась повязать, то решила образец вязать, он не вяжется. Но решила, наверное, все-таки нужно отдохнуть от вязания, потому что я вчера и позавчера прям активно так вязала. Вот. Ну и, в общем, я сегодня получила с утра наконец-то ютубовскую зарплату. Почему наконец-то? Потому что каждый месяц переживания по поводу того, заплатят, не заплатят, смогу вывести, не смогу вывести. И, в общем, когда мне сказали, что да, все окей, все пришло, тогда я уже выдохнула. Ну и, конечно же, бегом бежать, покупки делать. Вот дурацкая натура. Так, наверное, нужно заходить. Вчера доставку ждала, в 9 часов мне ее привезли. И привезли еще с проблемами, приносит, главное, и не мой заказ. Я говорю, это не мое. Он говорит, ваше. Я говорю, нет, не мое. Говорю, у меня совсем другой заказ. Показала ему, какой у меня заказ. Он, ой, точно видел. Пошел, нету. Я уже запереживала. Смотрю, в моем личном кабинете написано, что он заказ доставил. А он, оказывается, его не мог найти. Минут 20 его не было. Я уже, говорю, начала волноваться. Но все-таки принес. Я покажу. Завтра еще должны мне доставочку сделать. Я весь, ну, все вместе покажу, что я заказывала. В Пятерочке сделала заказ. Этот раз все быстро, все хорошо привезли. Буквально заказала, в течение полчаса доставочку сделали. Решила купить яйца, пока еще они такие, ну, тоже очень дорогие. Больше 100 рублей селяночка. Яйца перепелиные. Ну, на Новый год сделать себе салатик, там красивенько украсить. Может, сделаю греческий или цезарь, не знаю, посмотрим. Купила мандарины. Я накануне покупала в Магните. Мне доставочку тоже делали вот такие мандарины. Очень вкусные, сладенькие. Ну, и я думаю, ну-ка я возьму еще. Ну, не знаю, мне кажется, это не такие, потому что эти вот берешь, они прям чувствуются, что они внутри помягче, а эти прям твердые. Ну, не факт, так тоже не определишь. Масло купила себе, у меня есть творог, нужно будет что-то спечь с ним. Сметанки два вида по скидке, вот, и один плюс один вязанки купила тоже к этому празднику, мало ли чего, не знаю, вдруг придет кумушка. Так, сейчас очки возьму, хотела посмотреть, какой здесь у нас
когда 8-12 до 27-01, так что еще полежит в холодильнике. Помидоры вот такие, сливки полкило, хорошие сливки, я в прошлый раз их брала, мне они понравились. И вот столько помидор по 159 рублей килограмм были. Но у меня прямо они в ход идут. Я не знаю, как некоторые не едят овощи. У меня все овощи прям, я не знаю. Вот я вся такая большая, как говорится, у худых не в коня корм. А я вроде бы вот, и у меня постоянно и овощи присутствуют, и все. Ну, как есть, так и есть. Что там говорить. Ну и соль адыгейскую купила, потому что у меня заканчивается та моя соль, которая у меня была. 1200, друзья мои, что я тут купила? Ничего не купила. 1200. Вот эта вязанка 1+1. Ну, яйца 105. Ну, помидоры 159. Здесь чуть больше килограмма. Я не знаю, что тут больше 1000 рублей. Ну, больше 1000 рублей. Так вот это то по мелочам, и оно так и набежало. Так что вот такие вот дела. Здесь поставила картошечку вариться, белорусскую. Попробую, что она из себя представляет. На окрошку и на обед сделаю сейчас салатик и картошечку покушаю. А здесь поставила яйца, чтобы тоже сварились там. Пару штук будет на окрошку, а пару штук, может быть, завтра на завтрак, а может, тоже салатик сделаем. Ну и чем вам не новогодняя композиция? Мой ты золотой маленький ребеночек, дракошечка, такая лапусечка. И в цвет мандаринчиков Паряжа, супер красивая. Такая замечательная. Да, цвет. Я не знаю, как будут передавать ваши носители. А мне настолько он нравится. Представляете? Вы только представьте. Прям мандариновый цвет, да? Вот так вот фантазия меня завела. Вот такой красотой я сегодня себе поднимаю настроение. Вяжу образец. Да, набрала много петель, 50. Не стала уже распускать, потому что Таня Кельмяшкина вяжет себе плед из образцов. И я по ее идее тоже вяжу образцы, и потом, возможно, они у меня будут пледом. Значит, что за пряжа это такая? Я уже показывала ее не один раз. Это у нас 30% меринос и 70% акрил. Эту пряжу мне дарила Анушка из Казани. И я буквально вот недавно приобретала вот такие вот моточки Кид Мохера. Цвет у нас здесь 487. Значит, здесь 500 метров в 50 граммах. Прямо я так хотела сказать 1000, но оказалось 500 метров. Ну, в 100 граммах 1000, правильно? И что у нас тут? Где состав? Вот тут он у нас состав. 62% мохер и 38% полиамид. Вяжу я на спицах номер 4. Попробовала на спицах номер 3. Ну, что-то мне показалось слишком плотно, потому что вот вяжу на спицах номер 4. Ну, давай резкость-то. Где твоя резкость? Вот, на спицах номер 4, и посмотрите, довольно-таки плотно получается, это же еще пропитка не смылась, да, не раскрылись петелечки. И я вяжу в 3 ниточки, 1500 в 100 граммах, здесь у нас метраж у этой
пряжи. Вот, я вижу три ниточки вот этой 30% меринос и 70% акрил, и одна ниточка кедмахера. И получается, посмотрите, такой замечательный пушок, просто прелестный. Яйца закипели, трещат. Вот, пушочек и мягкая-мягкая пряжа, вот просто вообще, я не знаю. Кто-то говорил, что кедмахер ему колется, мне кедмахер не колется от слова совсем, потому что, ну, у меня, наверное, завышенный порог, я не очень ощущаю. Некоторые не могут одевать на себя пряжу Ализе Ангора Голд, а я на голое тело одеваю. Вязать из этой пряжи я, скорее всего, что начну после Нового года, потому что до Нового года у меня пледы. Пледы. Там у меня в одном пледе один моточек связать осталось, в другом пледе два моточка. Ну, в общем-то, еще это даже если я моточек в день, то это три дня еще вязать. А если, допустим, у меня бывает такое, что нет настроения, и я могу увильнуть один денечек, не вязать. Вот, поэтому пока пледы занимают все мое время, а это так, баловство, скажем так. Но как ложится пряжа, мне нравится, и скорее всего, что я буду вязать, как всегда, лицевой гладью. Честно, уже соскучилась за плечевыми изделиями. То они мне поднадоели, а сейчас уже я думаю, ой, уже бы я бы и повязала бы. Вот, ну ничего, сейчас свяжу образец, я не знаю, сегодня его довяжу или завтра. Я не ставлю себе такой целью, прям сегодня и все, и точка. Главное, что я чем-то свои руки занимаю, и это уже хорошо. Но это вторая красота, которую я вяжу. Мало говорю же сегодня вязанию, мало посвящала времени, потому что сидела на маркетплейсе, выбрала себе подарочек на Новый год. Сама себе хочу подарить. Я что-то последнее время сама себе подарки делаю и делаю. Ну, вот так вот. У меня не всегда такое бывает, но вот бывает. То есть Сбербанк мне подарил к Новому году промокод на 1500 скидки при заказе от 3000 или от 2000, от 2, по-моему. Ну и я кое-что себе выбрала. Давно мечтала, давно оно у меня лежало в хотелках, и вот. Спасибо всем, кто посодействовал. Вы тоже, зрители, посодействовали мне в этом, потому что вы смотрели мои видео на Ютубе, на Дзене. Особенно те, у кого есть монетизация. Ну, кто смотрит рекламу на Ютуб. Я очень и очень вас всех благодарю. Прямо не знаю, как вас благодарю, потому что на Ютубе, естественно, от тех, кто смотрит видео, ну, я имею в виду российских зрителей, я не получаю ни копейки, только просмотры, которых тоже очень мало. Ну, ничего, что есть, что имеем, все мое, как говорится, что имею, все мое. И, конечно же, вдвойне ценишь, когда можешь что-то себе еще купить. А я за 2 месяца очень даже прилично себе подкупила, запасы пополнила, те, которые использовала за время, когда не могла себе этого позволить. Вот. Ну и что? Опять, вот вы знаете, сколько раз я в каждом видео показываю пряжу, рассказываю, какой номер расцветки, что это за пряжа, и все равно под видео обязательно находится хоть один человек, который спрашивает, а что это за пряжа?
А почему не посмотреть видео? Так, это пряжа форза, и в 100 граммах получается 420 метров. Вот такая расцветочка. Номер, колор. Колор 2510. Вижу на спицах номер 2,5, хотя производитель нам рекомендует спицы номер 3. И я не знаю, может из-за того, что у меня не такое уж плотное вязание, может она просто пряжа раскроется после стирки. Честно скажу, не стирала все свои носочки, которые предыдущие я вязала. Не стирала, хочу все постирать одним махом. Потому что вот мне хочется посмотреть, как они будут в одинаковой среде, то есть в одинаковой воде, как будет себя вести, допустим, эта пряжа, как супервош пряжа, для того, чтобы сравнить. Ну, то есть было, чтобы перед глазами все это. Вот, так что вот этим я сегодня занималась. Собственно говоря, ничем и не занималась. Как-то впустую день у меня проходит сегодня. И обычно я такая энергичная до обеда. После обеда, конечно, у меня все. С утра планирую много, но почему-то меня хватает только до обеда. Ну, потому что я рано встаю, и, собственно, к обеду я уже, можно сказать, что мой рабочий день закончился, потому что обычно я в 6 встаю, 5:30, иногда даже в 5 часов встаю. Естественно, тот, кто в 9 часов встает, я уже там моих полноценных, посмотрите, сколько уже рабочих часов, да, рабочего времени. Мне написали в комментарии, что эта расцветочка тоже такая оригинальная. Спорить не буду, да, оригинальная и тоже по-своему красивая. Но та огонь. Так, ладно, друзья, такой будет у меня вложик небольшой. Я не буду уже показывать, как я там окрошку делаю. Если вы хотите, можете зайти в плейлист на Ютубе «Кулинария», и там моя зимняя, летняя крошечка, все я там показываю. Не забывайте, что у меня есть вторые каналы и на Дзене, и на Ютубе, и там буквально недавно я выставила видео, как я вяжу узоры на пледе, на своих пледах, как я закрываю вот такой вот мысик. Проходите, смотрите. Мне попросили, чтобы я сняла мастер-класс по вязанию такой пяточки. Друзья, столько мастер-классов. Это пяточка бумеранг. Проходите, смотрите. Просто единственное, что здесь я немножко... Это у меня скрещенная петля. И вязала я... Здесь же пяточка вяжется поворотными рядами. Вот она вяжется поворотными рядами, да? И я и с одной, и с другой стороны лицевыми, то есть иду по этой стороне, провязываю лицевые скрещенные, перехожу на другую сторону, тоже лицевые вяжу скрещенные. И получается вот такая как бы типа уплотненная пяточка и такой вот симпатичный как бы узор. И здесь я продолжаю вязать уже пяткой бумеранг, да? Но единственное, что когда я делаю убавки, я перекрещиваю тоже так петли, чтобы вот получилось вот так вот красиво. Там, когда вы начнете вязать, вот это вот продолжение вот этой же резинки 1 на 1 скрещенными петлями, а здесь 2 вместе и тоже скрещенной петлей, и здесь у меня все лицевые. Видите? Поэтому так симпатично получилось. Необычно симпатично. Вот, ну все. Кажется, все рассказала. Как всегда, желаю всем всего самого наилучшего. И, конечно, прощаюсь с вами совсем ненадолго. До новых встреч, до новых видео. С вами была Ирина.